Ну да неизвестно, как бы мы сыграли. Это на самом деле доля рандома. Поэтому тут говорить, что хорошо бы поиграли, тоже такой себе. Ну, сыграли бы неплохо, наверное, точно. Сейчас уже не узнаем. Так, тут же можно третью каску найти. Кажется, с Драгуновым тогда побегаю. Ну, тут где-то... Ага, все, понял. Ты, по идее, должен бежать. Привет, мат, уникорн. Немножко промахнулся. Куртка, что ли, баганая, когда двери открываешь? Ну да, maybe. Ну, я точно знаю, что вот в этой куртке с Томпсона, например, не пострелять. Потому что там в прицеле... Просто у тебя фул куртка будет. Я не знаю, как это так. То есть ты вообще ничего не видеть будешь. Точнее, наоборот, ты ничего видеть не будешь. Наглую просто тачку забираю. Можно за дропом съездить. А там уже, походу, чел стоит. А, это дальше. Граунд приятный.
интересный сюжет получается какой-то. Так, а куда Гилик ушел? Так, ко мне сзади чел. В общем, мне нельзя здесь файтиться пока что. Начал однозначно тут был. Духо там. Он не хочет драться. Высиживать что-то там. А, Гилик подошел снова, да? Офигеть, он там щель нашел, блин. Капец, он там пиксели нашел. Каска слетела. Меня интересует вот этот чел. Чел хорошо попадает.
каком городе Европы стоит сервер PUBG? Франкфурт точно должен быть. Каска целая у него, да, была? Не заметил. В Риге, ну насчет Риги не знаю, но Франкфурт, по-моему, точно должен быть. Дофига это какой-то новый метод или что, драйбая? Типа он просто пересел, типа сразу же на другое. Это прикольно. Хорошо работает игра у чела. Сезона для починки. Ой-ой-ой. Там в пиксель попал просто. Отец. Кого увидел? Типа, который здесь был? Или который в будке был? А у меня будет самая имба позиция. По идее. Блин, по щечке нет, вот беда. Мне кажется, у Драгунова проще, чтобы по щечке была, но при этом без дула играть. Ого, нифига себе.
Ну, здесь смоку у меня. У него зоны нет. Не самая имба позиция у меня теперь. Прикрыл, в итоге никого не убил. Ой-ой, прошу прощения. А там дроп еще упал, офигеть. Если он мне в тело попадает, я отлетаю. Мне надо броник найти хотя бы первый. Все, Гуч. Вот тут броников куча лежит. С тех домов сейчас побегут, и слева еще должны бежать. И забудка чел у меня. Так, сейчас отсюда побежит, потом там где-то должен чел бежать. В общем, этого надо смотреть, по идее. Чел смоки какие-то раскрыл. В общем, по идее, он может где-то и в траве там лежать. Если прочекать, то в принципе можно и увидеть. Либо его закрыли. А, скорее всего, закрыли его, ребят. Либо остался чел в поле. Понял. Про всех инфайс. Сейчас этот чел побежит, этого можно оставить пока. Надо убить вот этого. А, ну он будет сейчас отсюда выходить у меня.
Бля, ну я тут просто застреваю нахрен. Отлично. Хорошая победная.